Еще одна яркая победа наших спортсменов. Мангистаускую спортшколу «Жас Батыр» назвали лучшей в республике. Первый чемпион этой школы – Рамазан Мамаев, Бауыржан Нарбаев, Сунгал Джубаткан. Не раз занимали почетные места на пьедестале почета. Сегодня около 1000 талантливых спортсменов занимаются 7 видами спорта. Более подробнее в материале моих коллег. 28 лет назад в области открылась одна из первых спортивных школ. Тогда еще ее называли «Жастар». Здесь ребята занимались такими видами спорта, как баскетбол, волейбол, дзюдо, самбо, конный спорт, стрельба из лука. Всего 13 видов спортивных дисциплин. В 2015 году мы решили переименовать название нашей школы на «Жас Батыр» с надеждой, что в Мангистау будут все больше выходить настоящие чемпионы. Поменяв название, мы изменили и график работы. Сегодня в школе спортом занимаются около 1000 ребят. Среди учащихся 8-летний Расулхан Габит. В свободное от учебы время юноша спешит на тренировки в любимую школу. Расулхан занимается дзюдо. Полтора года занимаюсь этим видом спорта. Мне нравится ходить на тренировки и выступать на соревнованиях. Не раз выигрывал областные турниры, занимал почетные места на республиканских соревнованиях. Мне нравится техника ведения боя Бауыржана и Рамазана. Я горжусь тем, что называю себя воспитанником этой школы. И очень рада, что моя любимая школа стала лучше. Здесь сделаны все условия. Благодаря нашим тренерам у нас появилась возможность выезжать в другие города. Около 40 высококвалифицированных тренеров обучают будущих чемпионов. Ребята старше 8 лет занимаются бесплатно 7 видами спорта. В 2017 году по оценке Казахской академии спорта и туризма и республиканского журнала «Звезды спорта» Мангистауская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа «Жас Батыр» стала лучшей спортшколой страны. По словам директора школы, все это, несомненно, заслуга тренеров. Салтанат Бердибек, Рулан Аметулла, Айна Ахпарат.